поддерживать или не поддерживать. Недавно Джейми Даймон, гендиректор компании JP Morgan, критиковал биткоин и даже назвал его мошенничеством. Поскольку это заявление вызвало большой резонанс, событие не ускользнуло от внимания соцсетей, как сообщает ZeroHedge.com. На Twitter идет обсуждение, что несмотря на заявление Даймона, JP Morgan сделала огромные инвестиции в шведскую биткоин-биржу и стала четвертым по величине покупателем. Даймон в своем заявлении признал, что уволит персонал, торгующий биткоином, поскольку это противоречит правилам компании. В то же время действия JP Morgan были подвергнуты критике со стороны многих пользователей интернета.